Ну что, ребят, всем привет. Сегодня ролик по Fortnite, и я как в ролике про турнир Хлои Ким буду комментировать происходящее в игре. Если вам нравится такой формат, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Поехали. А, да, забыл, ребята, тег автора Каванши, чтоб поддержать меня. Вот. Итак, начинается катка, как обычно, из автобуса. У меня уже 72 победы с короны, и после этой катки, надеюсь, будет 73. Падать будем на вышке линий электропередачи. Сверху может быть до 2 сундуков и 2 спавна оружия. Мне не сильно повезло, ведь заспавнился один сундук и палатка в качестве наземного лута. Пытаюсь пострелять по летунам, но получается так себе. Все-таки в этой игре калаш не оружие. Использую трос, чтобы не получить урона от падения, и бегу лутаться внизу. А тут оказывается стая волков, которые хоть и слабее тигра, но в Fortnite выступают. Минус волки, минус патроны. Использую пива, чтобы получить армор, и бегу наводить суету в городе. В городе тишина. Но я точно знаю, что как минимум один тут должен быть. Бегу окольными путями, чтобы если что закрыться от выстрелов, нахожу рыбину и выхожу на крышу. Вижу вдали персонажа, но оружие явно не для стрельбы вдаль. Хорошо, что рядом оказывается враг, и на нем я тестирую серый автоматический дробовик. Получилось неплохо. С него забираю ппшку и хил и иду лутать сундуки. Однако опять вижу шаги на экране и пополняю счетчик фрагов. А в этот же момент кто-то использовал разлом. И я в очередной раз убеждаюсь, что калаш не оружие. Не то чтобы я обязательно бы убил врага из ауга, но попал бы явно больше. Хотя, видимо, дело в моих руках. Потому что даже синий ауг мне уже не помог. Едем на тачке в сторону летуна, там за пригорком есть домик. Надеюсь, чувак улетел туда. Внезапно кто-то прицеливается в меня из джавелина, но я все равно успеваю доехать до домика, в котором, кстати, никого не оказалось. Лутаем все, что можем, и бежим дальше. Наша цель – дирижабль. Но бежать к нему напрямую, ребят, не стоит. Тут наверняка прячутся люди. Тем более, кто-то катается вдалеке на танке. Поэтому топчем окольными путями. И видим нового летуна, который решил запустить ракету в танк, даю ему без промахов минус 250 и выбивая корону. Вот вам и аук. Начинается душка. Вижу на радаре танк и машину, прячусь за камень, встаю на приемку. Надо забирать корону и занимать крышу. С третьей стороны катит автобус с водителем, которого я и закусился. Прогреваю ему армор и стараюсь не получить урона столкновения. Меняю цель на таксиста, который, видимо, не знает, что в упоре нельзя стрелять из джавелина. И пока пытаюсь попасть в одного, прибегает второй. А выгоднее будет стрелять в красного, потому что зеленый ему не отвечает. А если убить зеленого, то потом придется стреляться с фуловым врагом. Кончаю красного и добиваю зеленого. Легкие плюс 2 фрага. На обратном пути из зоны оказывается, что тут был еще один враг. Но он улетает на импульсных гранатах. Прячется он, по всей видимости, в кустах. Опять же, желание пушить его напролом идея глупая. Поэтому обхожу по правой и использую зипку. Сложно сказать, куда он делся, но вероятнее всего это он заезжает на дирижабль. Чел скрывается от меня, и теперь пора бежать в зону. Спускаемся по левой, и выясняется, что кустовой так и сидел в кусте. Обкашлял с ним вопросики и отправил делать работу над ошибками. Килимся и бежим в зону. Тут же видим ловца лам и помогаем ему выбрать между ламой и жизнью. Он, кстати, выбирает второе, и я отправляюсь в сторону тильтов, чтобы использовать там полетку. Добегаю, использую полет и вижу значки стрельбы справа. Надо помогать парням. Помог, плюс один фраг. Зона не очень удобная, но на мое счастье кто-то прокачал грузовик, на котором теперь очень удобно ездить не только по дороге. Тут же вижу и слышу стрельбу. Ну что ж, надо помочь. Помог первому и протянул руку помощи второму. 9 фрагов в копилке. Пора отправляться в зону. Вижу врага и бегу ему на перерез. С ппшки вышло так себе, но вот дробовик стабильно дает урон, хоть и не так бодро, как пп. Из зоны приходится бегать без щитов и сразу же замечаю врага. Проблема в том, что тут открытое пространство, и играть можно только от камня, к нему и бегу. Чувак меня очевидно замечает, но не пушит, и я смог запить фулл армор. Врываюсь через спринт и отправляю его в лобби. Вот тут, ребят, по идее должна была закончиться моя катка, но снайперки в этой игре кусок говна, и я выживаю. Отхиливаюсь и начинаю размениваться с нечитаемым врагом, который явно не понимает преимущества своей позиции. Сначала теряет весь армор и часть хп, а потом делает слайд под меня и улетает в лобби. Итого 12 фрагов. Остается 2 врага, и я слышу стрельбу. Нужно срочно бежать туда, потому что если я не убью обоих, то хотя бы буду знать, где второй. Эти клоуны умудряются не убить друг друга, пока я к ним бежал. Но неплохо так, кстати, раздамажились. Начинается неразбериха в кусте, одного с ппшки, второго с дробовика. Победа! 73 победы с короной. Едем, то есть летим дальше. Катка опять начинается с линии электропередачи, в этот раз лут получше, и я сразу даю фраг.
Кидываю два миника и еду по тросу в обратном от города направлении. А враг меня заметил и решил проверить свой АИ. Вышло у него так себе. Даю ему минус почти все хп и лечу на тросе пушить. Тут, кстати, у меня чуть мотор не встал несколько раз, потому что я почти упал. Пора идти в город, но я слышу разлом и в очередной раз показываю, как можно наваливать с контроллера. Правда, опять не хватает чуть-чуть, совсем чуть-чуть, ребят, враг улетает. Продолжаем путь в город. Нахожу врага на крыше бургерной, даю зажим с ппшки, но убить его не удается. Он садится в тачку и сваливает от меня, а затем также поступает второй чувак, с которым он до этого дрался. Пытаясь найти хотя бы одного, вижу разлом, наваливаю по летуну, но приходится отступить за пригорок. Приговорил вороньего сепаратиста, из которого выпадает фиолетовая помпа, поднимаю, и в этот же момент с гранаты в меня влетает тот чел. Даю минус армор и добиваю его с помощью помпы и логики. Пора в зону, кстати. Опять выхожу к этому же дому из прошлой катки, тут меня ждет лама. Приговорил ламу, и на звуки подбегает первая вражина. Даю минус армор, и его добивает второй чувак, который прибежал на выстрелы. Отхожу, чтобы запиться, и принимаю его. Кстати говоря, этим челом оказался стрим-снайпер. Он принес мне винтовку Слоун, и это лучшее оружие в игре. А в этот раз мне удается добраться до дирижабля, на котором происходит стычка с врагом. Распикиваю с дробовика и добиваю. Оказывается, чувачок с короной тоже хотел победку. Перелетаю в зону и вижу лут. Тут же понимаю, откуда этот лут взялся. Враг использует пушку, чтобы переместиться в зону, но ошибается и летит в лобби. Не то чтобы это было легко, но я справился. Остается два врага. Один катается на грузовике, второй где мне неизвестно. Развожу водителя на мувы и пушу его через подкат. Пока мы стрелялись, стало понятно, где последний. Пытаюсь его размять, даю выстрел, сажусь в тачку и ставлю так, чтобы безопасно взять лут. Илюсь и лечу через гранату на него. Неудобно встаю, пытаясь выбить его из-за дерева, но ничего не выходит. Сношу дерево, и опять же становится ясно, что эта тактика не работает, и я отлетаю в лобби. В принципе, в 2017 году я бы сгорел и что-нибудь сломал. Но сегодня я сделал выводы. Ну а если вы досмотрели до конца, то обязательно подпишитесь и поставьте лайк. А еще можете использовать тег автора Каванша, чтобы поддержать меня. Всем спасибо.